Теперь все товары в розницу продаются по оптовой цене. Сэкономить – значит заработать. Только фабричный текстиль, только оптовые цены. Ждем вас по адресу. Город Нижнекамск, проспект Строителей 2Ж, остановка Центральный продуктовый рынок. НТР. Теперь на телеканале «Татарстан-24». Смотрите нижнекамские новости по будням в 7 вечера и в 7 утра. Грядет резкое похолодание, но горожане мерзнут уже сейчас. Включат ли отопление? Усилен контроль над местной птицефабрикой. Добрался ли до Нижнекамска птичий грипп? Вместо ухоженной земли – кучи мусора. Кто организовал свалку рядом с поселком многодетных семей? Год безрезультатных поисков. В Нижнекамске до сих пор ищут пропавшую бабушку. Вошли в федеральную программу. Какие изменения ждут жилые дома по улице Юности? Дождь не помеха, а символ удачи. Новобранцы из Нижнекамска отправились служить в армию. Прозябают на дне таблицы ФНЛ. Футболисты «Нефтехимика» проиграли очередной матч. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале НТР. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Завтра ночью в Нижнекамске ожидается резкая смена температуры до минус 4 градусов. Тем временем жители города замерзают уже при нынешней погоде в 5-7 градусов тепла. К нам в редакцию поступили десятки звонков от горожан, в том числе взволнованных родителей, чьи малыши мерзнут в детских садах. Моя коллега Светлана Шумкова сегодня узнала, а будет ли тепло. Вот так пока и приходится согреваться малышам в детских садах. Подвижные игры, физкультура и теплая одежда спасают от холода. Температура в садиках держится на отметке 17-18 градусов. Кофты, колготки и джинсы, штаны, кофты теплые, сандалики. Это ясельная группа. Сюда ходят дети 2-3 лет. Помимо свитеров, штанов, некоторые малыши даже не снимают шапки. В первую очередь мы, конечно, оповестили родителей, чтобы они приносили теплые вещи и одевали детей потеплее. Стараемся побольше двигаться, подвижных игр. На втором этаже садика несколько теплее, чем на первом. Комнатный термометр показывает 19 градусов. В этих группах дети тоже одеты в теплые вещи. В спальнях мы ставим обогреватели, чтобы дети могли перед сном лечь в прогретое помещение. В тот момент, когда дети находятся в спальне, обогреватель выносится в групповое помещение. Из-за погодных условий и отсутствия отопления холодно сейчас во всех садах, школах и больницах города. За последние пару дней к нам в редакцию обратились множество людей с жалобами. Например, Фуат водит ребенка в 37-й садик. Дети мерзнут, но никаких мер не принимают, говорит мужчина. Я захожу, там дети как пингвины ходят. А сама заведующая ходит раздета, значит, понятно, у нее в кабинете стоит отопление. В некоторых садах и вовсе родители просят за свой счет купить обогревательные пушки. Не все согласны с этим. Проблему должен решать город, считают люди. Тем более, что в Москве тепло в социальные учреждения уже вернули. Мы обратились в управление ЖКХ. Сейчас постановление исполнительного комитета готовится на подачу отопления на соцобъекты. Это садики, школы и больницы. Вот сегодня уже к вечеру процентов 70-80 у нас будет запущено. Отопление в социальных учреждениях, детских садах, школах и больницах будет до тех пор, пока не установится теплая погода. А вот в жилых домах его ждать не стоит, поскольку жилищники начали подготовку к новому отопительному сезону. Идет опрессовка и смена труб. Так что горожанам остается только набраться терпения и подождать теплых дней. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, новости НТР. Санитарные службы города усилили контроль над Нижнекамской птицефабрикой. Связано это с тем, что в Татарстане из-за вируса могут уничтожить почти 500 тысяч кур. Больную птицу обнаружили в Лаишево, откуда продукция поставлялась в разные районы республики. Попадала ли она на нижнекамские прилавки, кто может быть переносчиком заболевания и о здоровье местных кур, расскажет Александр Комаров. Фанзиля Исламхузина не представляет жизнь в деревне без кур. Недавно она купила партию птиц для своего подворья. О птичьем гриппе она ничего не слышала и надеется, что ее живность не заражена. У нас ходили по домам,
прививали всех кур. Это было в прошлом году уже, а в этом году еще ничего не предпринимали. Пока частные подворья Нижнекамска спокойно выращивают птицу, в соседнем Лаишевском районе под угрозой уничтожения находится почти 500 000 кур. У них обнаружили опасный вирус. Как будут уничтожать зараженную птицу, пока не ясно. Есть несколько способов. Это введение инъекций, помещение птицы в газовую камеру и отключение вентиляции. Это будут решать предприниматели Лаишевского комбината. А пока санитарные врачи районов делают все возможное, чтобы зараженная продукция не попала на прилавки магазинов. Были вот определены те поставщики, по которым, значит, птицекомбинат Лаишевский работал, и, соответственно, мы приостановили, то есть Роспотребнадзор приостановил вот эту продукцию. Мы смотрим, если они, эти и партии продукции из этого появятся, будем, значит, ограничивать реализацию. Главный санитарный врач Нижнекамска успокаивает горожан. Птица в нашем районе здоровая. На территории города есть только одна птицеферма. Ее постоянно контролируют. Другой вопрос. Каким образом в соседнем районе могли заразиться куры? И как сделать так, чтобы вирус не распространился на другие города? Мы мониторим, значит, не только вот эти вот эту, но и дикую птицу, которая тоже может к нам прилететь в виде птичьего гриппа. Но это спорадический, это периодический выборочный контроль. Мы его осуществляем с помощью ветеринарной службы. Есть еще несколько версий заражения птицы. Это могли быть и человеческий фактор, и инфицированные корма. Сейчас анализы повторно отправлены в лабораторию. И если вирус птичьего гриппа все-таки подтвердится, санитарные службы будут работать в более усиленном режиме. И тогда проверять будут не только комбинаты, но и личные подворья. Александр Комаров, Максим Липин, новости НТР. С завтрашнего дня начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам Спортбанка в пределах 1 400 000 рублей. Как сообщает официальный сайт финансового учреждения, деньги будет выдавать Сбербанк. В Татарстане за выплаты могут обратиться около 22 тысяч вкладчиков на сумму порядка 7 миллиардов рублей. Сколько из них нижнекамцев, пока точной цифры нет. Однако информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты, и режиме их работы, вкладчики Спорта могут узнать по телефону горячей линии Сбербанка, а общая информация доступна по номеру колл-центра АСВ. Многодетные семьи, которые получили земли в селе Барок, борются с местными жителями. Дело в том, что те выбрасывают бытовые и строительные отходы на прежнюю, уже закрытую свалку. Находится она рядом с поселком для многодетных. С каждым годом мусора все больше, а потому инициативная группа перешла к кардинальным мерам. Каким, знает наш корреспондент. Многодетные семьи села Барок, который год борется с местными жителями. Они привыкли выбрасывать мусор за кладбищем, несмотря на то, что свалка была закрыта 3 года назад. Именно тогда многодетным семьям выдали земли по строительству, которые находятся как раз напротив помойки. Но как бы ни просили и не убеждали новые поселенцы старожил, привычки не искоренить, и куча мусора за кладбищем до сих пор растет. Мы написали и в народный контроль. В народном контроле нам пришел отказ. Сегодня буквально мы получили письмо от администрации города Нижнекамска, где нам сказали, что свалку будет ликвидировать только в 2018-2019 году. Финансов нету. Поселок для многодетных располагается совсем недалеко от свалки. Летом становится совсем невыносимо. Дышать нечем, зловоние идет прямо на поселок, где много маленьких детей. Лето будет, жара будет, этот запах пойдет обязательно. Надеемся, что до этого времени уже перекроем мы здесь что-нибудь. Мы сами боремся своими силами. Сами уж боремся. Надеемся, что и другие к нам также отнесутся. Устав от отказов, инициативная группа прибегла к единственному решению – установить на свалке запрещающий знак. Сделали его на собственные деньги, сами устанавливают. А помогает им в этой экологической борьбе глава Каенлинского сельского поселения. На сегодняшний день со свалки мы своими силами их рекультивируем. Ну, рекультивируем в каком смысле? Мы их собираем в одну кучу и потом уже вывозим на санкционированные свалки. Пока инициативная группа своими силами убирает территорию, она просит жителей села Барок только об одном – не мусорить, чтобы свалка не разрасталась. График вывоза мусора есть. Все знают, когда приезжает мусорка, забирает их отходы. Просим вас не выкидывать, не загрязнять участки.
Анастасия Попова, Ренат Харасов, новости НТР. В Нижнекамске до сих пор не могут найти пропавшую бабушку. 78-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Материал о том, как пенсионер ищет супругу, мы показывали еще год назад. Но с тех пор ни полиция, ни волонтеры так и не смогли отыскать нижнекамку. Она 16 мая, 7 часов утра, сказала, пойду в деревню Клетлер, родную деревню. И ушла. Ушла, и с тех пор Анну Тимофеевну больше никто не видел. До родной деревни Клетли пенсионерка тогда так и не дошла. Последний раз ее видели возле Ильинки, но там след и оборвался. Бабушка страдает амнезией. В последние годы она часто забывала адрес, какие-то события. Несколько раз ее приводили домой прохожие или полиция. В 2015 году, 15 декабря вроде, привели из улицы уже. Заблудилась она на улице. Но вас-то она узнавала, вас помнила? Иногда узнавала, иногда нет. Анна Савельева пропала 16 мая прошлого года. Была одета в бордовый плащ, коричневую обувь, с собой черная сумка. Две недели ее искали полиция, родные и волонтеры, но безрезультатно. За год никаких известий о ней не поступало. Нет такого, что я ее не думал. Мы никогда не ругались. Вместе они вырастили двоих детей, внуков и правнуков. Мужчина даже обращался к гадалкам, которые сказали, якобы Анна жива и находится где-то в Татарстане. Тихон Иванович не теряет надежды, что однажды жена вернется домой. Каждый день, каждый минут, можно сказать, что. Вот она как-то ушла из дома, у меня при глазах стоит. Если вы располагаете какой-либо информацией о месте нахождения данного человека, просьба позвонить в полицию или же по номерам 36-94-29 или 077. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. В некоторых поселениях района повышена пожароопасная ситуация из-за невыкошенной сухой травы. Где-то не хватает пожарной техники. Сегодня специальная комиссия совершила плановый объезд, чтобы выяснить, готовы ли районные пожарные части к летнему периоду. Об итогах проверки в следующем сюжете. С пожарной безопасностью в селах проблемы были всегда. Порой мелкие недоработки могут обернуться настоящей трагедией. Нехватка пожарной техники, рабочих рук, отсутствие пожарных частей в отдельных селах, а порой незаполненный водой бак могут сильно усложнить процесс тушения. Наступил пожароопасный период. Трава, бурьян, лес могут возгорать стихийно и часто. Готовы ли районные пожарные части к такому объему работы? Этот вопрос выясняла специальная делегация, объехав наиболее пожароопасные поселения. На данный момент гарнизон готов к выполнению задачи, но некоторые районы надо все равно увеличить, то есть найти пожарную технику дополнительную, чтобы более прикрыть, так скажем, наш район. Оценив готовность сил и средств пожарных частей, в целом комиссия осталась довольна. Однако недоработки есть. Мы увидели, и нас это огорчает, что в некоторых селах не остается невыкошенным бурьян с прошлого года. Вдоль заборов этот бурьян, это очень пожароопасно. Буквально проезжая на машине, кто-то выбросит окурок, загорится трава, этот пожар подходит к дому, и может это закончиться достаточно печально. Комиссия проверила порядка 10 сельских поселений. Прежде всего обращали внимание на состояние пожарной техники. Очередной их визит мы застали в поселке Нижняя Уратьма. В этом поселке трое пожарных и две машины. И жители, и глава ребятами довольны. Не раз собственными силами тушили пожары. Однако на селе есть свои заботы. Слишком маленькая зарплата. Поэтому и желающих на такую работу не так уж и много. Нам бы хотелось, чтобы этим людям немножко зарплату прибавили, конечно. И требования к ним возросли. Мы сейчас не можем так много требовать на эту зарплату. И требования к этим людям возросли. Но думаем, что район будет рассматривать этот вопрос. Пожелания глав сельских поселений учтутся при закладке местного бюджета. Там и решат, как, в каком объеме и какому поселению необходима помощь. А пока комиссия призывает жителей и самих позаботиться о пожарной безопасности, вовремя косить бурьян и не жечь сухую траву и мусор. Анастасия Попова, Максим Липин, новости НТР. Яркий фасад, просторная дорога и новая детская площадка. Сразу несколько домов по улице Юности вошли в пилотную федеральную программу «Наш двор». Это значит, что скоро территория, объединяющая 14, 16 и 18 дома, преобразится до неузнаваемости. Сколько еще многоквартирных зданий ждут перемены в следующем сюжете. Трубы изгнили. Она как снимают прямо отверстие, насквозь прогнили трубы. Это вовремя.
Сейчас в квартире Марата Бакирова рабочие меняют канализационные трубы. Дому уже 45 лет. За это время капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Теперь жители ждут большие перемены. После капитального ремонта обновится и лестничная площадка. А вот окна рабочие уже заменили. Замена окон, ремонт кровли, утепление фасада – это лишь часть запланированных работ. Дома по адресу Юности 14, 16, 18 вошли в пилотную программу «Наш двор». Это значит, что территорию будут благоустраивать комплексно. Кроме того, жители сами решают, как будет выглядеть их двор. Сегодня мы собираемся также в 8-й школе с жителями этих домов для того, чтобы обсудить концепцию этого двора. Значит, обсудить то, что необходимо жильцам, услышать мнение, внести коррективы и, значит, уже разработать схему и концепцию развития данного двора. В прошлом году Нижнекамск впервые принял участие в данной уникальной программе. Тогда отремонтировали двор на улице Спортивная, 13. Дом расписали яркими красками, на стенах появились огромные стилизованные рисунки деревьев, во дворе поставили новую детскую площадку. В этом году программу решили продолжить. В рамках этой программы пока один. Мы рассматриваем еще несколько дворов. Это зависит от финансирования по этой программе. Но вот мы первоначально заходим именно в данный двор. Надо отметить, данный двор в качестве очередного пилотного проекта был выбран не случайно. Он объединяет 5 домов, 2 из которых были отремонтированы в прошлом году, а 3 подлежат реконструкции по программе капитального ремонта. Завершить работы планируют к концу июня. Всего же в этом году в Нижнекамске приведут в порядок 128 домов. На эти цели выделено 559 миллионов рублей. Гульяна Нигматуллина, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Этим утром 16 нижнекамцев отправились служить в армию. В момент проводов у военкомата лил сильный дождь, что нисколько не омрачило настроение будущих солдат, а наоборот, стало символом удачной службы. Алмаз Кашаев подробнее. Дождь сегодня никого не смутил. Для многих из тех, кто отправляется служить, он стал добрым знаком. Нормально, мне говорят, к счастью, что дождик пошел, и радостно будет. Наоборот, легкой службы, Погода не мешает, так все хорошо. Танцы с флагами, настроение провожающих и самих призывников отличное, но уже у самых ворот льются слезы и звучат напутственные слова. Достойно служить, чтобы мы гордились. Ну, всего хорошего. Сегодня в ряды вооруженных сил отправились 16 молодых ребят. Служить они будут преимущественно в Центральном военном округе. Всего в эту призывную кампанию из Нижнекамска служить отправится около 300 ребят. Все ребята идут с желанием. Вот, наверное, сказался предыдущий праздник Победы. Вот, ребята сегодня все вдохновленные. Вот, наверное, и дома были какие-то беседы домашние. За семейным столом. Даже у такой погоды есть свои плюсы. Отправки в дождливые дни проходят быстро, тихо и мирно. Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Завтра большим концертом в Театре оперы и балета в Астрахани дадут старт федеральному Сабантую. По традиции его главными организаторами являются нижнекамцы. А 13 мая праздник Плуга пройдет на центральном стадионе города. Сейчас полным ходом идут репетиции. В этом году пролог будет масштабнее всех предыдущих. Одновременно задействуют около 1000 артистов. Участие примет государственный ансамбль песни и танца нашей республики. Отведать чак-чак, посмотреть национальную татарскую борьбу, оценить работы ремесленников. Это лишь малая часть того, что ожидает астраханского зрителя. Что касается театрализованной постановки, ее посвятят культуре татарского народа. Через сюжет о семье, о дочерях, которые находят своих женихов, точнее женихи с разных регионов, находят наших девочек-татарочек, разъезжаются по всей стране и тем самым несут опять же культуру, традиции татарского народа. Воспеваем наши народные национальные угощения, воспеваем нашу атрибутику, как скатерти, полотенца, кураи, тюбетейки, гармонь. Вот все это самое, что есть в основе татарской национальной культуры, мы и положили в основу нашего пролога. Весь медиахолдинг НТР за 40 минут. У нас в гостях побывали ученики 31-й школы. Они одними из первых сфотографировались не только в настоящей телестудии, но и придуманной. Ее специально для ребят нарисовала дизайнер газеты «Нижнекамское время» Татьяна Ермакова.
НТР – один из крупнейших медиахолдингов Татарстана. Три газеты, радио и телевидение. В каждом из подразделений смогли побывать ученики 31-й школы. В кабинете службы новостей они лично познакомились с настоящими телеведущими. А в студии DFM узнали много нового о том, что такое радио. Бывает серьезное радио, где говорят про политику, там, про новости, что-то, про что-то еще. А у нас здесь играет музыка, здесь у нас шутят шутки. Студия новостей – самое интересное для школьников место в НТР. Камеры, телесуфлеры, осветительные приборы. Именно здесь можно сделать уникальные фотографии и даже попробовать себя в роли ведущего. Чуть позже ребята ближе познакомились и с работой корреспондента. Они брали друг у друга интервью. Сегодня вы побывали в студии НТР. Расскажите, что вам больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось там, где сама студия, где снимают сами новости. Мне там было очень интересно. Я увидела людей, которые там работают, и это... Было очень классно. Сегодня бывали на экскурсии, вам она понравилась? Я узнала, как снимают, монтируют, как записывают, как происходит все. Потому что НТР – это мои самые любимые новости. Я очень давно хотела сюда попасть, посмотреть все. А на десерт – фото в нарисованной студии. Ее для наших гостей придумала дизайнер газеты «Нижнекамское время» Татьяна Ермакова. Таким образом, за 40 минут дети познакомились с медиахолдингом НТР. А кто-то, возможно, даже выбрал для себя будущую профессию. Евгения Корбакова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. На этом моя часть выпуска завершена. Связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт ntr-24.ru. Ну а далее смотрите новости спорта с Кириллом Давкаевым. Я с вами прощаюсь. До встречи. Яркая помада? Модные туфли? Нет. Дорогие часы? Нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника Diamond Dent предлагает лечение, протезирование, чистку. На любой кошелек. Diamond Dent – это клиника личных рекомендаций, гибких. Очень, очень гибких цен. И профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам спасибо. Спасибо, Diamond Dent. Шинников 23, 917, 88, 39, 777. В магазинах «Победа». Ветчина «Тяшево» 69 рублей. Детский самокат 790 рублей. Только с 11 по 17 мая. «Победа». Юности 16, Вахитова 30. Если беда постучалась в дверь, Ольга вам поможет. Гадает, снимает порчу с глаз, родовое проклятие. Вернет любимых, поможет в бизнесе. Избавит от алкоголизма. Звоните 8-962-556-52-39. Принимаем коллективные заявки на проведение детских праздников. 23 февраля, 8 марта, выпускные вечера, дни рождения. Вас ожидает бесконечное количество игр, музыки, танцев, розыгрышей, веселья. Дом культуры «Альфа», 392403. Автокомплекс «Роллис». Качественно решим все проблемы вашего авто. Шиномонтаж, развал схождения, ремонт КПП, ремонт ДВС, ремонт ходовой части, кузовной ремонт с восстановлением оригинальных деталей. Акция «Осмотр ходовой» бесплатно, замена масла бесплатно. Хранение шин 600 рублей. Магазин автозапчастей, мойка и химчистка по низким ценам. Автокомплекс «Роллис», Южная, 5А, 44-88-44. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Опять двойка. Очередное поражение потерпел футбольный «Нефтехимик» в 36-м туре фонбет первенства России. На этот раз обидчиком стал клуб «Тюмень». С первых минут «Нефтехимик» выбрал атакующую тактику. Уже на 8-й минуте гости могли открыть счет. Выход 1-1 Мулин не реализовал. После уворота опасными навесами и входами в штрафную нагнетал Гилоян. Тюмень пробовала пробить с дальней дистанции. Нефтехимик пытался контролировать мяч и навязывать сопернику свою игру. На добавленной минуте первого тайма хозяева все же открыли счет. Второй тайм начался с инициативных действий нефтехимика. Несколько раз после ударов Мулина и рикошетов от защитников голкиперу хозяев приходилось спасать ситуацию. И все же второй гол в матче остался за авторством Тюмени. На 67-й минуте она сделала 2-0. Этот счет продержался до финального свистка. Нефтехимик проиграл. Я удовлетворен игрой ребят, их отношением. И, в общем-то, до гола многое в наши ворота, да, многое получалось у них. Единственное, что не хватило, это завершающего удара. Вот поэтому, скажем так, более высокое исполнительское мастерство при завершении позволило хозяевам победить сегодня. Мы предполагали, что матч будет непростой, потому что у нас такой состав участников в первенстве, что у нас
аутсайдер может какую-то одну отдельную игру сыграть на уровне лидера. И справиться с ними может быть очень тяжело, что, в принципе, сегодня и произошло. Теперь о дублерах. Второй состав «Нефтехимика» провел матч в рамках тура чемпионата Татарстана по футболу. На домашнем поле наши игроки принимали команду «Зеленодольск». Уже в первом тайме мячей болельщики увидели предостаточно. За 15 минут заколотили 2 гола. Один из них на счету Юрия Будылина. Но дальше все пошло не по нашему сценарию. Если атаки «Нефтехимика» гости смогли нейтрализовать, то ответные действия зеленодольских футболистов принесли им столь желаемый результат. В итоге в ворота подопечных Андрея Антипова к финальному свистку взлетело еще 3 мяча. Поражение «Нефтехимика» со счетом 1-4. После второго тура «Нефтехимик-2» расположился на 9-м месте турнирной таблицы, имея в активе 0 очков. Следующий матч дублеры сыграют 13 мая против «Челнинского строителя». Игра состоится в Нижнекамске на стадионе «ДЮСША». 13 мая уже в эту субботу на льду «Нефтехим-арены» пройдет хоккейный матч. В очном противостоянии встретятся смешанные команды любителей и профессионалов. Матч Победы – символическая товарищеская игра, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В матче примут участие профессиональные игроки «Нефтехимика», воспитанники клуба и хоккеисты, любители подразделений «Нижнекамск Нефтехима». В прошлом году между собой соревновались команды «Ветераны химии» и «Юные химики». В итоге Победа осталась за ветеранами. В каких составах на лед выйдут коллективы в этом году, скоро узнаем. Вход на игру для всех желающих свободный. Матч пройдет в субботу. Время начала 14:00. Нижнекамские дошколята выявили сильнейших на плавательных дорожках. В городе прошел региональный турнир. Соревнования прошли уже третий год подряд. Участие в них приняли ребята 5-7 лет. Юные спортсмены состязались в личном первенстве, а также в командном зачете. Детям предстояло преодолеть 7-метровую дистанцию свободным стилем. Турнир проводился в 2 этапа. В городском этапе участвовало 48 детей из 12 детских садов Нижнекамска, победители которого после испытали свои силы в региональных состязаниях. На них съехались юные спортсмены из 5 городов Татарстана. По итогам спортивного состязания участники-победители были награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770, а также посредством сайта ntr-24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника Diamond Dent. Яркая помада? Модные туфли? Нет. Дорогие часы? Нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника Diamond Dent предлагает лечение, протезирование, чистку. На любой кошелек. Diamond Dent – это клиника личных рекомендаций, гибких. Очень, очень гибких цен. И профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам спасибо. Спасибо, Diamond Dent. Шинников 23, 917, 88, 39, 777. 12 мая в Нижнекамске будет холодно. Ночью всего 1 градус выше нуля. Днем 12 градусов, возможен дождь. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Примерно такая же погода ожидает нас и в выходные. Ожидаются осадки, температура воздуха около 10 градусов. Здоровая улыбка – залог хорошего настроения в любую погоду. Сделать ее неотразимой поможет спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника Diamond Dent. Яркая помада? Модные туфли? Нет. Дорогие часы? Нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника Diamond Dent предлагает лечение, протезирование, чистку. На любой кошелек. Diamond Dent – это клиника личных рекомендаций, гибких. Очень, очень гибких цен. И профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам спасибо. Спасибо, Diamond Dent. Шинников 23, 917, 88, 39, 777.